Друзья, всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня я приглашаю вас в нашу вторую часть по вязанию шапки шлема. В первой части мы с вами связали вот эту наружную часть нашей шапки и связали вот этот внутренний подклад. Сейчас вместе с вами в мастер-классе мы свяжем манишку. Я вам покажу, каким образом вяжутся завязки. И также я вам в первой части обещала показать, каким образом можно оформить эту шапку, вот именно связав к ней ушки. Надеюсь, первая часть мастер-класса была для вас понятна. И вот заготовка ваша полностью готова. Поэтому сейчас готовим пряжу, спицы и приступаем к вязанию остальной нашей шапки. И сейчас, после того, как мы связали вот нашу шапку саму, теперь мы свяжем с вами резинкой 1 на 1 вот здесь горлышко, и дальше приступим к вывязыванию манишки. Теперь смотрите, самое главное для того, чтобы шапка хорошо и комфортно одевалась на голову ребенка, вот здесь по краю набрать нужное количество петель, чтобы это количество петель хорошо проходило вот именно через голову ребенка. Здесь сейчас, смотрите, если вы когда-нибудь вязали вот именно из пряжи Alize Baby Wool, можно сейчас руководствоваться вот именно количеством петель, которые вы обычно набираете на шапку. Я на шапку из пряжи Alize Baby Wool, детскую, вот на данную окружность головы, набираю где-то примерно от 100 до 108 петель. Здесь, конечно, зависит и номер спиц, которым мы будем вязать резинку, поэтому здесь в любом случае вот на эту резинку, которую мы сейчас будем поднимать вот здесь из кромочных петель, я сейчас наберу примерно 100-104 петли. И теперь, смотрите, мы с вами, как я сказала, будем приступать к подъему кромочных петель. Я предлагаю начать это сейчас делать вот здесь, ровно вот с заднего этого как раз таки треугольника, здесь и вот здесь. Поэтому я соединяю вот таким вот образом два края этого полотна. Сейчас я должна взять нить желтого цвета и круговые спицы я сейчас возьму диаметром 3,5 миллиметра, длина 40 сантиметров. Сейчас, смотрите, можно для наглядности пересчитать кромочные петли, так чтобы понять, сколько нам нужно набрать будет петель здесь и вот здесь. Естественно, эти петли мы тоже всчитываем, которые мы откладывали на вот здесь вспомогательную булавку. Давайте сейчас эти петли вместе пересчитаем для того, чтобы было вам наглядно все понятно. То есть вот здесь от центра вот идет 1, 2, 3, 4 кромочная петля, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, так, и вот здесь я сейчас подниму 21 и 22. То есть вот здесь получается от вот этого нашего заднего треугольника до вот этой булавки у меня расположено 22 кромочных петли. С этой стороны должно получаться все точно так же. Петель, как я вам говорила, мне нужно где-то около 100. Поэтому сейчас из каждой кромочной петли я буду поднимать по 2 петли. То есть, смотрите, и итого у меня должно получиться 22 умножаем на 2, так как одна кромочная петля будет равняться двум петелькам, которые я подниму. Это получается 44. Плюс здесь я также подниму 44 петли, то есть из одной кромочной петли я подниму 2 петельки. Это получается 88, и 13 петель у меня расположено здесь на булавке. Итого получается 101. Ну, где-нибудь я еще дополнительно подниму одну петельку, я уже буду по ходу подъема этих петель смотреть, где мне дополнительно поднять петельку, так как для вязания резинки 1 на 1 у меня должно быть на спицах четное количество петель. Соответственно, я сейчас здесь буду поднимать всего по кругу 102 петли. Это вместе вот с этими петлями. Поэтому, смотрите, я беру чулочную спицу диаметром, как я сказала, 3,5 миллиметра. Так,
Набирать петли я буду вот здесь, держа мою шапку лицевой стороной к себе. Соединяю этих два края. Если неудобно будет поднимать петли на спицу, то можете помогать себе крючком. Первые петли, наверное, так я и сделаю. Наберу вот именно на крючок. То есть вот я поднимаю, смотрите, сейчас одну желтую стенку петли и вот здесь в центре одну розовую стенку петли, то есть две этих стеночки. Так, и захватываю рабочую нить и вот сразу этих две петли как бы провязываю, тем самым получаю одну петельку. Так, дальше вот здесь я сейчас подниму вторую петлю. Так, и далее, как я и сказала, из каждой кромочной петли я буду поднимать по 2 петельки. Поэтому можно это делать вот сначала за одну стенку желтой петли. Так, желтая и вот здесь вот розовая. Получаю третью петлю и далее за передняя желтая стенка. Ну и где-нибудь вот здесь розовая. Получаю четвертую петлю. Далее вот розовая кромочная петля. Вот сначала за одну стенку петли розовой. Вот так. И где-нибудь вот так. И далее за вот стенку петли, которая смотрит к лицевой стороне. Розовая. И где-нибудь вот здесь розовая. Итак, вот здесь я сейчас подняла 36 петель. Давайте сейчас последние петли вот именно на этом участке поднимем вместе. То есть 36. Далее вот смотрите. Желтая плюс розовая 37, просто желтая я поднимаю 38, желтая розовая 39, просто желтая 40. Все, мы соединили вот два края 40. Дальше вот мы поднимаем 41, 42. Вот здесь 43 и вот здесь 44. То есть вот ровно, то есть получается от вот этого заднего стыка до вот этой булавки я сейчас подняла 44 петли. То есть вот петли подняла и переснимаю на круговую спицу. Так, все. Дальше, смотрите, мы с вами должны вот эти 13 петель, которые мы переснимали для подбородка, вот я их сейчас вот таким образом перекручиваю, и сейчас мы их должны провязать с булавки на нашу круговую спицу. Здесь я продолжаю вязать вот резинку мою, то есть провязывая одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, и изнаночная. Так, дальше булавку я откладываю, и теперь получается вот здесь. Со второго края я должна буду всего поднять 45 петель. То есть, как я говорила, для того, чтобы у нас на спицах располагалось четное количество петель. Итак, вот я подняла все петли. И сейчас на спицах вот у меня расположено всего 102 петли. Теперь мы с вами будем приступать к вязанию резинки 1 на 1. Единственное, смотрите, здесь, вот где у нас идет подбородок, резинка у нас уже провязана, то есть вот этих 13 петель. Теперь вот здесь мы с вами должны отсчитать эти петли так, чтобы понять, с какой петли мы с вами должны начать, с лицевой или с изнаночной, для того, чтобы ровно вписаться вот в эту резинку. Поэтому здесь мы просто берем, вот смотрите, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Вот до вот этой петли, которая обозначает начало нашего ряда, мы сейчас вот
рассчитаем вот эти петли. И сейчас, по моим расчетам, у меня получается, что начинать вязать мою резинку я сейчас должна вот как раз таки с изнаночной петли. Поэтому вот в начало ряда я вешаю маркер и далее провязываю одну петлю изнаночную, кончик подтягиваю, одну петлю лицевую. И опять одна петля изнаночная, одна петля лицевая, изнаночная, лицевая. Таким образом мы вяжем весь этот ряд до конца, провязывая вот сейчас резинку один на один. Итак, смотрите, вот я провязала часть резинки, вот я дошла как раз таки до подбородка. И вот смотрите, когда мы дойдем вот именно до подбородка, резинка моя должна вот сохраняться, то есть лицевая, изнаночная, дальше вот лицевая петля, изнаночная и так далее. Вяжем эту резинку до конца ряда. Итак, вот я провязала первый ряд по кругу, провязывая резинку один на один. Далее вот здесь я сейчас маркер перебрасываю на правую спицу и дальше продолжаю вязать резинку один на один. Так, давайте сначала вот, наверное, первую петлю я провяжу изнаночной. Так, хорошенечко здесь все подтягиваю и далее вешаю маркер, так, чтобы начало ряда у меня начиналось просто с лицевой петли. И далее провязываю вот опять одна лицевая, одна изнаночная. То есть сейчас мы провязываем просто все петли по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Таким образом, когда я сейчас провяжу нужную мне высоту резинки, я подключусь, измерю эту резинку в высоту в сантиметрах и скажу, сколько это у меня получилось в провязанных рядах. Итак, смотрите, вот я провязала резинку. Здесь, смотрите, у меня всего провязано, ну, примерно 4,5 сантиметра. И здесь в рядах, если провязано у меня 11 рядов. Теперь, смотрите, остальную часть манишки я буду провязывать не регланом, а просто сейчас мои петли разделю на две части, то есть вот нитками контрастного цвета я уже отметила этих две части. То есть здесь в одну сторону я сейчас отсчитала 25 петель и 26 петель отсчитала в другую сторону. Так как вот на спицах у меня расположено 102 петли, эти 102 петли я разделила на две части. Это получилось по 51 петле. И 50 эту одну петлю вот как раз таки я и разделила на две части. Как я сказала, 25 и 26 петель. То есть относительно вот здесь нашего центра. И сейчас, смотрите, я буду продолжать вязать мою резинку один на один, но уже поворотными рядами. То есть у меня сейчас будет идти отдельно передняя часть и отдельно задняя часть. Поэтому в начале здесь вот относительно начала нашего ряда я довяжу вот здесь до первого нашего этого маркера. То есть провязываю резинку один на один. То есть вот я довязала до первого маркера, этот маркер я убираю. Далее, как я сказала, остальную часть манишки я буду вязать поворотными рядами. Вначале я провяжу вот всю высоту передней части. Здесь, в принципе, можно будет уже перейти и на обычные чулочные спицы. То есть вот я провязываю одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую. Изнаночная и лицевая. То есть по передней части у меня сейчас также должно вот быть расположено 51 петля. Так вот я провязываю эту резинку один на один до вот этого нашего маркера. Итак, вот я довязала практически до маркера. У меня сейчас получается, что петля перед маркером идет изнаночная. В любом случае, какая бы эта петля ни шла, это сейчас будет считаться кромочной петлей. И в любом случае мы ее должны провязать изнаночной. Маркер я откладываю, круговую спицу, на которой у меня расположены петли задней части, я также пока что вот отложу. Далее беру вторую чулочную спицу. Так, дальше вязание мое я переверну сейчас вот на изнаночную сторону.
И вот получается мою 51 петлю вот по передней части. Я сейчас также дальше буду продолжать вязать резинкой 1 на 1. То есть вот лицевую лицевой провязываю, изнаночную изнаночной, лицевую лицевой, изнаночную изнаночной. Это я сейчас провязываю второй, получается, изнаночный ряд, который вот будет у нас считаться, вот что мы вяжем именно поворотными рядами. В конце ряда у меня идет изнаночная петля и как бы лицевая. Сейчас эта петля также будет являться кромочной петлей, поэтому ее я сейчас провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на вот лицевую сторону. То есть мы с вами уже, получается, поворотными рядами провязали 2 ряда. Дальше опять вот вязание на лицевую сторону перевернула. И дальше продолжаю вот с лицевой стороны провязывать мою резинку 1 на 1. Провязывая одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. Это я сейчас провязываю третий лицевой ряд. Итак, смотрите, я довязала третий и четвертый изнаночный ряд, провязывая резинку 1 на 1. И теперь, начиная вот с пятого лицевого ряда, я вот по этим краям буду делать убавление петель, так, чтобы вот эта наша часть манишки немножечко вот сужалась с одной и с другой стороны. И теперь, смотрите, убавление петель я буду делать только вот в лицевых рядах. То есть вот когда моя шапка расположена лицевой вот стороной ко мне, то есть вот это моя верхняя часть, первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее первую и вторую петлю после кромочной я сейчас провяжу вот две петли вместе лицевой петлей вот за заднюю стенку или наклоном в левую сторону, и дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1, не довязывая до конца этого ряда последних 3 петель. То есть это мы сейчас будем считать первый ряд убавлений. И вот в конце ряда лицевого у меня осталось последних 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас должна провязать с наклоном в правую сторону. Поэтому первую изнаночную петлю я пересниму для того, чтобы перевернуть вот эту лицевую петельку. Изнаночную петлю возвращаю обратно. И 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку или вот наклоном в правую сторону. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной и вязание снова переворачиваю вот на изнаночную сторону. В изнаночных рядах вот никаких убавлений я делать не буду. Здесь сейчас я просто продолжаю вязать мою резинку. Ну вот вначале у меня сейчас получается кромочная, 2 петли изнаночных вот по рисунку, и далее провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. То есть во втором изнаночном ряду я сейчас просто провяжу все петли по рисунку. В конце ряда также у меня получается изнаночная, изнаночная, и кромочную провязываю также изнаночной петлей и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. В лицевом ряду я снова буду делать убавление петель в начале и в конце ряда. Третий, то есть получается, мы вяжем лицевой ряд с убавлениями. Кромочную петлю снимаю, и следующих 2 петли я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку или вот наклоном в левую сторону. И далее продолжаю вязать резинку 1 на 1, не довязывая до конца третьего лицевого ряда последних вот 3 петель. В конце ряда, когда у нас остается 3 петли, первую петлю я переверну сейчас, вторую петлю переверну, сделав так, чтобы правая стенка этих 2 петель располагалась перед работой, после чего этих 2 петли провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку или вот наклоном в правую сторону.
кромочную провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас с изнаночной стороны я просто провяжу все петли по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Это мы вяжем четвертый изнаночный ряд. Далее в пятом лицевом ряду я снова буду делать убавление петель в начале и в конце ряда. Шестой изнаночный ряд также провяжу просто все петли по рисунку. Таким образом мы вяжем вот эту переднюю часть нашей шапки. Высоту вот этой манишки вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. То есть закрыть эти петли можно на любом этапе. Сейчас я провяжу нужную эту высоту, делая убавление в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда. Далее я подключусь, и мы с вами измерим эту переднюю часть. Итак, смотрите, вот я провязала высоту моей передней части. То есть можно дальше продолжать делать также убавление в каждом лицевом ряду, но здесь я посчитала, что вот этой высоты здесь мне достаточно. Здесь, смотрите, получается, после того как я начала вязать мое полотно поворотными рядами, то есть 4 ряда я провязала просто провязывая все петли по рисунку, не делая никаких убавлений, и дальше с убавлениями я всего провязала 15 рядов, то есть делая убавление в каждом лицевом ряду. То есть сейчас получается, вот я провязала 15 лицевой ряд, сделала убавление. Далее вот вязание я сейчас переверну на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я просто закрою все петли этого ряда. То есть вот первую петлю с изнаночной стороны я снимаю. Далее по порядку у меня идет изнаночная петля. Ее я провязываю изнаночной. Далее петлю протягиваю и спускаю через провязанную. И опять одна петля на спице. Далее одна петля лицевая. Петлю протягиваю и спускаю. По порядку у меня следующая петля идет изнаночная. Ее изнаночной я и провязываю. Далее петлю, которая располагалась на спице, протягиваю и спускаю через провязанную. Лицевая, петлю протянула и спустила. Далее изнаночная, петлю протянула и спустила. Лицевая, петлю протянула и спустила. Таким образом я закрываю все петли этого ряда до конца. И вот я практически закрыла до конца петли этого ряда. В конце вот я провязываю последнюю кромочную петлю изнаночной и петлю протягиваю и спускаю через провязанную. Последнюю петельку вынимаю подлиннее, и ниточку здесь от моточка мы можем обрезать. Далее кончик от моточка я обрезаю, и теперь вот в эту нашу петлю я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. То есть вот получается, я связала переднюю часть моей манишки. И теперь давайте измерим ее размер в сантиметрах. То есть высота манишки этой у меня сейчас вот от вот этой резинки равна, ну, примерно около 12 сантиметров. Заднюю часть этой манишки я провяжу точно такого же размера. То есть давайте начнем провязывать вместе. То есть начинать я буду вязать вот как раз таки также с лицевой стороны. То есть вот моя круговая спица. Вязать я также буду на двух чулочных спицах. Далее кончик желтой нити я просто прикладываю сейчас к краю. И первую кромочную петлю я сейчас провяжу вот лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И далее я продолжаю вязать резинку 1 на 1. Провязывая лицевые петли лицевыми, изнаночные петли изнаночными. То есть смотрите, таким образом я сейчас провяжу, получается, лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. То есть после того как я провяжу 4 ряда, я снова начну делать убавление петель. И эти убавления петель, то есть в моем случае, я провяжу вот ровно столько же рядов, сколько и переднюю часть. То есть с убавлениями, получается, я должна буду провязать всего 15 рядов.
Итак, друзья, вот я связала всю заднюю часть манишки, то есть я провязала столько же рядов, сколько вот у меня провязано и по передней части, и также закрыла петли. Теперь все кончики, которые у нас здесь были, я также уже спрятала, ну вот здесь по изнаночной стороне, то есть вот у меня два края манишки идут одинакового размера. То есть теперь после того, как мы связали всю длину манишки, мы дальше приступаем к оформлению нашей шапки. Теперь давайте покажу, каким образом мы можем связать завязки. Для этого, смотрите, можете попробовать связать завязку вашу в одну нить, можно попробовать в две нити. Можете попробовать и тот способ и посмотреть, какой из вариантов вам нравится больше. То есть провязав буквально небольшой участок. Поэтому я беру сейчас вот две чулочные спицы. Спицы лучше брать меньшего размера, так чтобы этот шнурок был более плотным. Ну вот если в две нити, я взяла спицы 3 миллиметра, и я сейчас должна набрать 3 петли. 2, 3. Теперь одну спицу аккуратно вынимаю, и смотрите, мои кончики сейчас расположены с левой стороны. Никуда мое вязание я сейчас не перекручиваю, а просто петли подвигаю на противоположный край спицы, беру вот эту мою рабочую нить и за работой вот таким образом я ее сейчас держу. И сейчас, смотрите, первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю провязываю лицевой и третью петлю также провязываю сейчас вот лицевой, кончик подтягиваю, и опять же вязание не переворачивая, сразу опять мои петли я сдвигаю на противоположный край спицы. Вот на третьей петли расположена моя рабочая нить, и опять первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю провязываю лицевой и третья лицевая петля. Провязала, немножечко вот за край подтянула, тем самым расправив петли, и опять вязание я сдвигаю на противоположный край спицы. И опять первую петлю провязываю лицевой, вторую петлю провязываю лицевой и третья лицевая петля. И снова мое вязание я сдвигаю на противоположный край спицы. Таким образом у нас сейчас с вами будет образовываться наш полый шнур. Длина этого шнура должна быть где-то примерно 80-85 сантиметров. Теперь смотрите, в свою шапку-шлем я вязала вот этот вот полый шнур на вот такой вот специальной мельнице, которую я заказывала в Китае. То есть, если у кого-то есть данное приспособление, то этот шнур вы можете сплести на мельнице. Если нет, то можете связать сейчас этот шнур спицами. Далее с помощью булавки этот шнур мы продеваем вот вовнутрь нашей полой резинки. Дальше, смотрите, если есть какие-то вот такого плана штучки, то одеваем, соответственно, на этот шнур. И просто вот здесь на конце этого шнура я завязала узелок. Все, шнур вот такого плана, я думаю, вы свяжете дальше самостоятельно. Теперь смотрите, под первой частью видео в комментариях у меня спрашивали, каким образом я креплю эти меховые помпоны так, что они у меня держатся хорошо и не болтаются. Сейчас я вам это тоже покажу. Ну, во-первых, смотрите, мой помпон идет на вот таких вот атласных ленточках, так? Теперь нам понадобится крючок. Мы отмечаем вот тот участок, где нам нужно прикрепить этот помпон. Далее с изнаночной стороны я вставляю крючок в нужное отмеченное отверстие. Ну вот, к примеру, пусть это будет сейчас здесь. И беру первую ленточку и продеваю эту ленточку одну на изнаночную сторону. Для того, чтобы этот помпон держался хорошо, вторую ленточку мы должны вставить, немножечко пропустив вот какое-то расстояние, то есть сантиметр-полтора. Вот сюда сейчас рядом я вставляю крючок, то есть так, чтобы здесь у нас получилось какое-то расстояние. Вот здесь также расстояние между ленточками у нас будет идти где-то сантиметр-полтора. И сюда я сейчас вот вынимаю второй кончик нашей вот этой завязки. То есть вот так мы сейчас вынули завязки нашего помпона.
То есть я беру два кончика ленточки и завязываю, смотрите, раз, и сразу же второй вот такой вот узелок. И хорошенечко затягиваю. Благодаря этому, вот именно такому двойному узлу, во-первых, его хорошо и удобно можно развязать, что очень важно, если нам нужно снять этот помпон. При этом он хорошо здесь фиксируется. Все, то есть мы его завязали на такой двойной узелок. Далее я завязываю бантик. То есть вот таким вот образом. Потом для того, чтобы этот бантик у нас также не развязался, вот именно крылья вот этого бантика, именно крылышки, я завязываю также на один узелок. Все. И здесь вот эти лишние кончики, если нужно сделать их покороче, мы можем уже обрезать. То есть вот идет мой помпон. Смотрите, он очень хорошо держится. То есть он никуда вот так не крутится. То есть вот он не болтается и хорошо будет держаться на голове ребенка. Сейчас мы с вами свяжем ушки для нашей шапки. Сейчас в мастер-классе мы будем вязать вот такую вот заготовку. Размеры этой детали должны быть примерно ширина равна 12,5 сантиметров и высота 9 сантиметров. Плюс-минус несколько сантиметров. И в ширину, и в высоту здесь большого значения иметь не будет. Это будет лишь влиять на размер этого нашего ушка. Для вязания я буду использовать 2 чулочные спицы диаметром 4 мм. Поэтому на 2 чулочные спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 23 петли. Петли я набрала, и мы приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю сейчас на обратную сторону, с обратной стороны. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее также все петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю сейчас снова вот на лицевую сторону. И теперь опять же с лицевой стороны первую кромочную петлю я снимаю, и далее вот все петли до конца этого ряда я опять должна буду провязать лицевыми. То есть сейчас таким образом, вот розовым цветом, я еще провяжу, вот получается 4 ряда: лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. И так вот я провязала, получается, 3 платочные дорожки или 6 рядов розовым цветом. И теперь вот здесь нить розового цвета я уже могу обрезать, после чего я сейчас должна взять нить желтого цвета. Кончик желтой нити я просто сейчас прикладываю к краю и провязываю первую петлю лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. И далее мы продолжаем вязать этот ряд до конца, провязывать все петли лицевыми. Таким образом, вот сейчас желтым цветом я должна буду провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 платочных дорожек. Или если в сантиметрах, смотрите, розовым цветом у меня провязано где-то примерно 2-2,5 сантиметра, и желтым цветом у меня провязано 6,5 сантиметров. 11 розовых платочных дорожек будет соответствовать 22 провязанным рядам. Итак, вот я провязала нужную высоту, как я говорила, состоящую вот в моем случае из 11 платочных дорожек, провязанных вот именно желтым цветом. И теперь вот с лицевой стороны, то есть вот лицевая, и вот у нас идет изнаночная сторона. По лицевой стороне я сейчас буду закрывать все петли этого ряда. Первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю лицевой,
и первую петлю протягиваю и спускаю через вторую провязанную. Петлю провязала, далее протянула и спустила. Провязала, протянула, спустила. Петлю провязала, протянула, спустила. Таким образом закрываю все петли этого ряда до конца. Итак, вот я сшила одно ушко. То есть вот такое оно у меня получилось. То есть я решила сделать вот его именно цветным. И дальше, после того, как мы сошьем второе ушко, вот здесь одно и второе ушко мне останется только пришить. Ну а сейчас вместе с вами мы сошьем вот как раз-таки второе ухо. Значит, смотрите, вот осталась моя последняя петля. Это где мы закрывали петли ряда. Далее ниточку от моточка мы можем сейчас обрезать. Обрезаем эту нить чуть подлиннее, так как этим кончиком мы сейчас будем и сшивать, и пришивать наше ухо. Далее в эту нашу последнюю длинную петлю я продеваю вовнутрь кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Так, теперь смотрите, у нас идет вот эта нить, которую я сказала, мы будем сейчас сшивать наше ухо. И сейчас смотрите, вот этот наборный кончик, и вот здесь, где мы меняли нити, эти кончики мы должны спрятать вот здесь по изнаночной стороне. Поэтому вот на примере одного кончика я вам покажу. То есть изнаночная сторона, желтый кончик нити, я вот здесь продеваю под соседние петли. Дальше разделяю эту нить вот на две части. Так, и теперь я завяжу узелок двойной раз и сразу же второй узелок и аккуратно ниточку завязываю, при этом чтобы край у нас не перетянулся, и сразу завязываю вот такой вот второй узелок. После чего ниточку эту я могу здесь уже обрезать. Точно так же мы прячем вот этих два розовых кончика нитей. Итак, кончики нитей я спрятала. Далее беру мою заготовку и складываю напополам. Сшивать вот наше ухо я буду по лицевой стороне. Смотрите, вот этот кончик, где мы сейчас закрывали петли ряда, я одела в иголку с большим ушком. И прошивать я буду, как я сказала, по лицевой стороне, вставляя иголку справа налево. Сначала вот с одной стороны начинаем с первой кромочной петли. И затем вот здесь с другой стороны. И сшивать мы будем не за кромочные петли вот здесь и здесь, а за первую петлю, которая у нас идет вот здесь после кромочной. То есть смотрите, за вот эти галочки с одной стороны они у нас есть, и вот с другой стороны край, где мы закрывали петли, платочная дорожка, и вот между у нас идут вот эти галочки. Поэтому смотрите, за галочку вот раз, два, за две стенки я вставляю иголку справа налево, сначала с одной стороны, и вот затем с другой стороны вот также идет наша галочка справа налево, здесь вот справа налево, и вот здесь наша следующая вот галочка справа налево. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы в конце два края полотна у нас ровно сошлись. Таким образом, вот мы сшиваем весь этот ряд до конца. Итак, вот я прошила всю длину этого шва. Теперь смотрите, я беру вот эту мою заготовку и вот так складываю. И как раз у меня сейчас получается, складывается, что ну, вот оно просто здесь вот шов у нас идет, вот он у нас. И если вот так вот ровно положить, вот у нас получается желтая часть, розовая и желтая. Теперь вот таким образом я буду сшивать вот эту часть нашего уха. Поэтому смотрите, вначале я сейчас вот моя рабочая нить расположена, продену ее вот сюда. Немножко вот подальше, так как вот за эту платочную дорожку я сейчас буду прошивать наше ухо дальше. И далее один край, и вот здесь второй край. Вот таким образом я сейчас возьму и их вот соединю. И дальше сшивать мое ухо я буду вот, соединяю этих два края, разворачиваю на обратную сторону. То есть вот идет
Вот эта платочная дорожка, за которую я сейчас как раз-таки и буду прошивать это ухо. То есть вставляю сейчас иголку сначала к себе за вот эти именно платочные дорожки. И затем от себя. Смотрите, чтобы у нас все ровно сошлось, вставлять иголку я буду вот именно здесь, за верхние вот эти платочные дорожки, которые повернуты ко мне, а здесь вот за вот эти, которые идут от меня. То есть вот здесь, значит, мы прошили, вот следующая платочная дорожка, которая смотрит ко мне вот именно сюда, а здесь от себя, здесь к себе, а здесь именно от себя, здесь к себе, а здесь от себя. Итак, вот я прошила всю длину этого шва. Иголку теперь я вывожу вот в эту вот часть, где у нас идет розовая полоса. И теперь, смотрите, я возьму немножечко это ухо вот таким образом, этот шов стяну, так, чтобы это ухо имело такую красивую округлую форму. И теперь, смотрите, вот под вот эти кромочные петли я иголку вывожу вот сюда, в ту часть, откуда мы сейчас как раз-таки и будем сшивать наше ухо. Так, подтянула, все хорошенечко поправила. И вот таких вот два уха у меня сейчас получилось. Теперь смотрите, я беру свою вот заготовку шапки шлема, беру два уже готовых уха. И теперь просто смотрите, эти два уха нужно будет хорошенечко вот примерить так, чтобы они были ровные, так как пришить их можно по-разному. То есть можно вот так, более по сторонам эти уши пришить, можно повыше, можно рядом, близко друг с другом, в зависимости уже от ваших предпочтений, как это вам нравится. Итак, одно ухо я пришила, теперь вместе с вами мы пришьем второе ухо. То есть, если сейчас посмотреть сверху, я определила мой центр, то есть вот это будет идти, вот этот желтый буф. И далее от этого желтого буфа я еще отступаю по краям, здесь один и здесь один, и соответственно второе ухо я сейчас пришью, то есть вот отсюда, и здесь вы уже сами будете решать, как вы хотите, чтобы это ухо было. Его можно пришить так, чтобы оно было пошире, или так, чтобы оно вот здесь было более такое узкое. Поэтому для того, чтобы уши пришить ровно, можно это сейчас наметать на обычную нить, вот это распределить так, как это больше вам нравится. И далее вот этой нитью это ухо мы будем должны пришить. И вот пришиваю я следующим образом. Вот идет моя нить. И вот буквально за верхнюю стенку вот на шапке иголку я вставляю. Так, это центр. И за одну кромочную петлю на нашем ухе. Далее вот здесь на шапке за стеночку буквально петли и на ухе вот стеночка петли. Шапка и ухо. То есть мы сначала это распределяем и затем вот таким вот образом за кромочные петли сначала вот сзади, затем вот здесь мы пришьем также по передней части, и дальше нам останется только спрятать эти кончики. Итак, друзья, нашу шапку мы полностью связали. Я вам показала, как вяжутся ушки, показала, как вяжутся завязки и связали манишку. Поэтому, друзья, надеюсь, у вас все получилось так же, как и у меня. Вот такая вот теплая, красивая шапка для ребенка. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!